Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, и мы продолжаем строить нашу бизнес-империю в такой игрушке, как интернет-кафе-симулятор, вторая часть. Ну что, друзья, после того, как мы с вами кардинально поменяли нашу стратегию по бизнесу, да, после того, как мы внешне провели достаточно много работ, тем более дорогостоящих работ, и после того, как мы с вами начали зарабатывать миллионы, моя жизнь кардинально поменялась. Я просыпаюсь по утрам, и мне прям в кайф идти на работу. Я реально от этого кайфую. Вот, так что, друзья, вам огромное реально спасибо за все подсказки, которые вы оставляете в комментариях. Я реально все читаю. И это реально мне просто помогает развивать бизнес еще быстрее. И мы зарабатывать начинаем, соответственно, еще больше. Поэтому, ребята, вам отдельный респект. Вот, и также, ребята, хочу напомнить, что вы не забывали подписываться на канал. И, конечно же, не забудьте про лайк. Это нужно делать обязательно. Ну что ж, друзья, сегодня у нас кардинальные изменения продолжаются. Во-первых, у меня появилось какое-то новое задание с бомжиком. Давайте, значит, подойдем к нему и пообщаемся. Чувак, в нашем деле вмешивается бездельник. Я сделаю тебе одолжение, если ты побьешь его за меня. На футболке мужчина написано «Семья». Он всегда носит белую майку и лузы. Чё, Торетто, что ли, а? Ну, конечно, принимаю. Бейте мужчину в белой маге. Ща я биту возьму. Погоди, против Торетто на кулаках я не выйду. Не-не-не-не-не. А, да, вот так вот выглядит наш компьютерный клуб на данный момент. Пока что ничего не поменялось с момента предыдущего ролика. Но, ребята, посмотрите на мои денежки, посмотрите. У меня осталось 2000 баксов в кармане. Мы с вами реально просто богатенькие буратино-миллионеры, понимаете? Поэтому сегодня мы начнем постройку нашего второго этажа. Наймем очень много сотрудников. В общем, много чего сегодня крутого, интересного. У нас сегодня впереди, конечно же, ждет. Но для начала нам с вами нужно найти Торетто. И нужно его отмудохать. Непонятно за что, непонятно почему. Но бомжик нас Это он? Подожди, у него семья написана. Да, вот он, смотри, бежит. Куда побежал? Ой, блин, давай в уголочек отойдем сюда. Подойди, давай, Торетто, да иди сюда, давай. Я тебя не боюсь. А че, собак? Тихо, тихо. Все, что ли, да? Все, и чё? Говори, ага, поговорить с бомжиком. Бомж, ты, вот ты где. Ну, здорово, братан. О, 200 баксов, нифига себе. Спасибо, чувак, я даю тебе 200 долларов за это. Спасибо, спасибо, спасибо. Если будут такие же заказы, обращайся, всегда готов. Моя бита всегда готова, всегда заряжена и все такое. Так, ну что ж, давайте мы, значит, смотрите. Электричество у нас пока что отключено, значит, у нас ничего по перестановке, ничего абсолютно-то не менялось. Ай, блин, электричество-то включить надо, чтобы компьютер наш запустить, да. В общем, сегодня мы потратим, я думаю, в районе 100 тысяч долларов на обустройку второго этажа. Вот, я уже в голове примерно так, ну, понимая, как вообще там строить и все такое. То есть у нас там будет несколько зон, там и VR-зона будет, и там под PlayStation. Короче, много чего интересно. Вот, поэтому я специально копил такую огромную сумму, чтобы можно было это все, конечно же, сразу организовать. Так, значит, мы нанимаем с вами охрану. 100% нанимаем охрану. Вот, нанимаем девушку. Но тут написано, что это нифига не девушка. Тут написано, что он. Так что у нас полупарень, полудевушка, это нормально. Он очаровывает покупателей своей манящей красотой и в качестве дополнительного. Он выполняет их заказы. Отлично, все, хорошо, нанимаем. Кошмар воров и неплательщиков. Нанимаем. Так, это у нас уже сделано. Да, у нас робот-пылесос работает, замечательно. Он готовит отличные блюда для ваших клиентов на кухне. Нанимаем шефа, понятное дело. И это привлекает внимание ваших потенциальных клиентов. Вероятность получить больше клиентов, конечно же, нанимаем. Итак, на нас работает уже, ну, дофига сотрудников, я вам хочу сказать, да. То есть мне прям реально это очень-очень-очень-очень нравится. Вот, с этим мы с вами разобрались. Так, ну что ж, давайте мы с вами поднимемся на второй этаж, то есть наше... Ничего себе! Да, ничего себе! Слушайте, я теперь понимаю, за что я деньги-то заплатил. Теперь-то я понимаю. Так, вы вот на этот мусор не обращайте внимания. Также нам надо сейчас, знаете, что сделать? Надо вот так. Во! Другое дело совершенно. Я просто купил рюкзак за 3, по-моему, косаря. Он стоил вот там вот в барахолке. Ну вот, и теперь мы можем переносить намного больше вещей. Это очень классно. Итак, значит, вот так вот выглядит наш второй этаж. Я еще думаю немножечко все же дополнить, да? То есть наш первый этаж. То есть сюда поставить мы сможем еще, как мне кажется, минимум 3 рабочих места, скорее всего, да. Вот, сюда мы можем еще один игровой автомат поставить, вот так вот на углу. Вот, но здесь мы уже, скорее всего, ничего не ставить не будем. Максимум можем картины какие-нибудь повесить и все такое. Здесь, соответственно, тоже мы повесим какие-нибудь картины. То есть вот тут тоже картины какие-нибудь, да. Вот, жалко, не продаются диваны, потому что, в моем понимании, PlayStation по-любому диван. Ну, не на кресле же играть. Вот, поэтому здесь, скорее всего, смотрите, я еще, ну, думаю, вот эту зону я оставлю на следующий ролик. Она должна быть у меня свободной, потому что у меня там кое-что для нее, так сказать, предначертано. Вот, а здесь мы поставим с вами просто пару столов, значит, сделаем VR. Вот, здесь мы тоже можем поставить игровые автоматы. Короче, нас сегодня ждут большие перемены. И я реально, я просто боюсь представить, если вот это все мне уже в день минимум приносит 10 тысяч долларов, то если мы с вами еще подключим второй этаж и все такое, то я просто боюсь представить, что нас будет ожидать впереди, я вам серьезно говорю. Так, давайте мы еще с вами сейчас закупим, наверное, какую-нибудь еду, да, то есть, чтобы она у нас просто была. А как это работает? То есть, смотри, я покупаю...
Ага, и как это работает? Подожди, или это то, что я... А, это то, что у нас есть в меню сейчас на данный момент, как я понимаю, да? То есть нам ничего закупать не надо, прекрасно, замечательно, отлично. Ну что ж, мы с вами... Ага, так, нам еще по счетам нужно расплатиться. У нас, как вы понимаете, теперь электричество стоит не 10 долларов, как стоило раньше, а теперь оно стоит 8 раз дороже, теперь оно стоит 80 баксов. Вот. Самое главное вовремя платить по счетам, чтобы нас просто не выкинули отсюда, понимаете, и все такое. Так, все, мы с вами заходим... Подожди, а у нас все приложения вообще тут куплены? Я надеюсь, что... Да, мы красавчики, мы большие молодцы. Так, заходим, значит, сюда. Значит, а что мне нужно, что мне нужно? Мы покупаем, соответственно, самый дорогой компьютер. Покупаем 3 таких пока что, да. Кондиционер, ну давайте возьмем. Я думаю, да, лишним, так сказать, не будет. Потом мы, значит, с вами купим какой-нибудь... Давайте, давайте купим просто для разнообразия дорогой автомат, но другой, да. То есть мы с вами и так до этого... О, давайте вот этот, там разница, это сколько? Там 55 баксов, поэтому нормально. Я считаю, что просто разнообразие это какое-то должно быть, да, у нас в играх, соответственно, чтобы было не одно и то же, поэтому купим один такой игровой автомат. Кресло покупаем, соответственно, самое дорогое, да, то есть сколько там, 3 штуки нам надо, правильно, все, 3 штуки мы с вами оформили, так сказать, да. Джойстики нам пока не нужны, клавиатура нам нужна, соответственно, тоже самая дорогая. 1, 2, 3, прекрасно, замечательно, отлично. Вот, потом, значит, мониторы, тоже 3 монитора, 1, 2, 3, приобрели. 3 мышки надо купить, где у нас самые дорогие, понимаете, ребята, у нас только самое дорогое. Коврик для мышки я так и не понял, для чего нужен, ну, как бы я понимаю, для чего нужен коврик для мышки, но я не понимаю конкретно, для чего он нужен здесь. Так, давайте мы купим сами какие-нибудь картины, а, значит, смотрите, вот, космос можно купить, да, вот, можно купить вот что-то такое, то есть, так как у нас все в неоне, соответственно, да, то есть у нас, ну, должно все соответствовать, сами понимаете, как бы, да, тут разнообразие все же, как бы, большое, как бы, да, жалко, конечно, нету никакой растительности, которую можно было поставить, я думаю, это было бы реально просто идеально, вот, декоративную стрелу можем купить, да, то есть, вот это, мне кажется, идеально к нам сюда впишется, ой, ну, тут прям много всего, слушайте, тут прям реально дофига, ну, по сути все, так, и нам нужно купить 3 рабочих стола, ага, по-моему, вот этот стол мы с вами покупали, да, 1, 2, 3, тоже приобретаем, ну, и получается все, 26 товаров, прямо сейчас, но мы с вами оформляем на сумму почти 27 тысяч долларов, это реально дофига, так, и еще, знаете, давайте, чтобы у нас хотя бы какой-то заработок уже сейчас шел, потому что пока что заведение я не вижу, что там происходит, кого там расстреляли-то, ё-моё, вы что, издеваетесь, что ли, а? Огонь открывает там просто ни с чего-то, а? Так вот, да, чтобы нам просто какой-то пассивный заработок нам шел, пока у нас заведение закрыто на обустройку, так сказать, да, мы заходим с вами, естественно, в казино, вот, делаем, значит, максимальную ставочку, да, и автоспин просто включаем, и все. Так, там был этот, приехал верблюд-то или не приехал еще? Блин, ну я прям не могу, да, ё-моё, электричество снова отрубилось. Как-то можно электричество починить, сделать так, чтобы оно не вырубалось? Мне это реально раздражает. Ну, постоянно, блин, одно и то же, я вам серьезно говорю. Ну, я прям оторвать свои глаза не могу от такой красоточки, моё заведение, да ё-моё. Я думаю, что посетителей у нас будет реально дофига. Так, нифига, у нас сам бал стоит, вы посмотрите. Так, мы можем прокачать нашего персонажа. Давайте мы вот это, значит, это позволяет наносить более сильный удар. Давайте мы с вами это прокачаем. Полиция тебя не подозревает, потому что ты такой обычный типаж. Ну, давайте это, ладно, пока оставим. Полиция тебя не подозревает, потому что... Давайте вот... Да кого там стреляют, а я не понимаю. Вот, давайте прокачаем сами кафе. Значит, ваше знание о горнодобывающем оборудовании увеличились. Давайте мы сами это также прокачаем. А благодаря вашему улыбающему личику у вас будет клиенты, которые оставят больше положительных отзывов. А, это замечательно. А, так, я бы прокачал на самом деле... Ну вот, а, у нас не хватает. Поэтому будем ждать. Ой, так у нас тут, смотри, тут столько всего вообще, вы что, с ума сошли, а? Тут не протиснуться вообще никак. Так, давайте мы вот эту картину поставим, наверное, куда-нибудь вот сюда. Не, ну я вам говорю, у нас просто, понимаете, скоро будет такое. Мы просто будем с вами в день поднимать миллионы, понимаете, миллионы долларов, я вам серьезно говорю. Мы обогатимся с вами. Единственное, меня напрягает, что я как администратор и как владелец своего клуба, я не могу никак усовершенствовать свое рабочее место. Сижу на каком-то просто кресле, которое уже прогнило там все до ниток, понимаете? Поэтому реально хочется все же, чтобы, ну, как-то свое рабочее место тоже было в комфорте, понимаете, уюте и, ну, чтобы все было реально хорошо. Вот как-то вот, ну просто, ну красотища, ребята, ну вы посмотрите-то, а? Прям душа радуется, понимаете, за такое. Вот как будто реально свой бизнес, понимаете, вживую развиваю. Так, все, давайте мы с вами проверим сейчас самое главное, самое проблематичное, что сейчас, возможно, у нас... Но если только так поставить его, ну, мне кажется, это не совсем классно, наверное, да? Блин! Ну, ё-моё, ну как так-то-то, а? Ну, шо ж не рассчитал-то я? Ну, ё-моё. Ну, по сути, сюда можно игровой автомат закинуть, да, какой-нибудь такой. Блин! Хотя, если немного подвинуть вправо, да, там у нас место все же... Ну, блин, ну, ё-моё, ну, и как вот это вот решить? Ну, рядом с туалетом ставить такое себе, сами понимаете, как бы, да? По сути, можно поставить сюда, но тоже, знаете, на входе сделать такое как-то, ну,
ну не знаю, не смотрится как-то, да, как будто. Но вот давайте я просто сейчас поставлю. Ну не, ну что-то как-то, ну вот не сюда. Вот реально не идет сюда. Давайте, может, хотя бы вот так попробуем поставить, я не знаю. Будет смотреться, не будет, но... Так, подожди, в обратную сторону, да, вот так вот надо его поставить. Блин, ну будет, конечно, странно, возможно, немного смотреться, но это лучше, чем вот туда его задвигать. Ну нормально, ладно, с пивком подтянет, так сказать. Давайте просто посмотрим, мне просто интересно, получится так сделать это или... А, не, видишь, не ставлю. Хотя... Ну вот так, если, блин, ну странно ссориться, согласен. Ну что поделать, что поделать. Ну что, друзья, вот такая вот красотень у нас получилась. Смотрите, вот так вот теперь все это выглядит. Ну замечательно, прекрасно просто вообще. Ты посмотри, а? Ну все же, ну нормально. Ладно, я думаю, на первое время сойдет, если что, потом как-нибудь это поменяем и все такое. Ну как бы сейчас, мне кажется, выглядит вообще офигенно. Просто офигенно. Мне кажется, осталось купить лишь только картины. Сюда мы повесим, обязательно нужно сюда повесить картины. И сюда, наверное, и в туалете, наверное, что-нибудь мы такое вот сделаем. Обязательно, как бы, да, ну чтобы прям красота была, понимаете? Ну, чтобы прям люди приходили, прям радовались тому, что видят. Вот, также, помимо того, что мы вот сейчас вот это вот сезон занимались обустройкой, да, параллельно казино мы с вами, у нас было 75, теперь 87, да, то есть мы с вами подняли, ну, нормально так на самом деле денежек, вот. То есть такой параллельный заработок, пусть он идет, это реально хорошо. Так, ну что ж, давайте мы с вами займемся, значит, обустройкой нашего второго этажа, наконец-то, да. Вот, значит, для этого нам, конечно, потребуется дофига всего, реально дофига всего. Так, ну что ж, давайте закажем, наверное, парочку игровых автоматов, скорее всего, да? То есть они по-любому должны у нас также стоять на втором этаже, я считаю. Вот, поэтому давайте мы сейчас с вами, конечно же, самый дорогой, то есть самый дорогой, это 400 же, правильно стоит, да? По-моему, да. Да. Так, покупаем 1, 2, 3, 4, 5. Давайте, пусть у нас будет 5 игр. 101 тысяча, я там сколько поднял? Вы что, с ума сошли там, а? Я офигеть просто, вот это вот посиду. Я говорю, ребята, это вот вы посоветовали, вот, понимаете, в казино играть вот здесь вот. Вот, пожалуйста, деньги сами, понимаете, я то, что потратил, я уже вернул. Ничего не делаю вообще. Так, покупаем несколько кондиционеров, тоже штук 5, наверное, возьмем обязательно. А, дальше, конечно же, мы покупаем консоль. А самая дорогая, давайте мы сразу, чтобы у нас было 2, давайте 2 PlayStation 5 возьмем, 2 Xbox возьмем, да, соответственно, вот. Потом возьмем, ну, я не знаю, сколько, давайте возьмем, мы, ну, вот, давайте, вот, ладно, хотя бы другие кресла возьмем, да, штучек, ну, 5, наверное, точно нам понадобится, 100%, да. А клавиатуры тоже, короче, мы сейчас просто всего понакупаем, а дальше уже будем там шаманить, разбираться, что куда смотрится, что куда не смотрится, и все такое. Вот, так, это что у нас такое? А, так, это у нас про гейминг монитор. Давайте штук 5 тоже возьмем. Просто всего реально понакупаем сейчас. Так, вот, столы другое дело. Давайте парочку таких возьмем. А, значит, потом. Нам нужен для VR. Вот, Space VR Table. Отлично. Есть какой-то еще вот такой вот за 800 баксов, да? То есть дракончиком. Есть еще upgradable table. Нифига, а что это я первый раз про такой вижу, вообще не понял. Вот, нам нужно обязательно вот такой купить, мне кажется. Он идеально подойдет по внешнему, да, как бы вот именно на второй этаж там туда. Мне кажется, я столько всякой фигни реально куплю, что вообще просто ужас. Так, возьмем еще, наверное, вот это. Это для VR. А, так, это мы тоже давайте возьмем. Я уже запутался, что мы взяли, что мы не взяли. У нас уже 42 позиции в корзине. Это просто кошмар какой-то. Реально, ребята, я просто... Я боюсь представить, насколько у нас сейчас счета выйдет. Телевизор нужно нам обязательно купить. Покупаем, соответственно, самый-самый дорогой телевизор. Так, давайте возьмем штуки 3-4, наверное, да. VR. Вот, VR-контроллеры. VR-контроллеры. А, не знаю, сколько штук нам нужно на одну. Так, это 1100. Это... Ну да, мы покупаем, соответственно, самый дорогой. Как бы, да, давайте штуки 4 возьмем. Даже можно 6, наверное. Так, и шлем виртуальной реальности. Самый дорогой у нас стоит 1500 долларов. Это вот это. Так, ну и штучек 5 мы тоже давайте добавим. Так, ну, по-моему, все. По-моему, я там накупил нехило на самом деле всего. Уже будем попозже смотреть, что нам не хватает, что хватает и все такое. Значит, заходим в корзину, смотрим, насколько у нас сейчас там оформился заказ. Понимаю. Что-то я как-то это, губа не дура, как говорится, ребята, да, что-то я разошелся немножечко. Я боюсь представить, какой бардак сейчас будет у меня вот тут, понимаете, когда приедет этот верблюд с товаром. Ну, ладно, будем ждать сейчас, получается, товар, пока, чтобы денежка хотя бы копилась, да, чтобы кафе не простаяло. А, мы, соответственно, заходим в казино, наша любимая. А, значит, давайте максимум снова сделаем, автоспин, погнали, полетели. Так, ну все, понимаете, пока просто наше заведение на реконструкции, так сказать, да, мы ждем, как бы, поставку товара, все такое, обустраиваем второй этаж. Вот, соответственно, да, надо немного просто подождать, пока мы все закончим. Это чтобы люди уже могли заходить в наше заведение и радоваться, так сказать. Вот тут еще картиночки, смотрите, повесило везде. Ну, красота. Надо освещение все же какое-то купить, а то как-то темновато все равно, как вы знаете. Но для глаз плохо. Поэтому надо будет реально купить. У нас тут еще 188 баксов копилочки. Пусть остается на черный день. На черный день пусть остается. Вот. И что, и мусора нету никакого. Робот-пылесос не работает. Так, ну что, где там этот верблюд? Я не понимаю. Быстрее давай, а? Так, а панда, на работу опаздываем. Нехорошо опаздывать. Повезло, что мы пока не работаем.
Ну нет, ну полицейский, ну что вам надо? Нет, у меня все нормально. У меня все хорошо. Давайте посмотрим, сколько товара-то. Ё-моё, ё-моё, ты посмотри, сколько товара! Жесть просто, да там коробок. Да тут тихо, спокойно. Так, игровой стол. Погнали на второй этаж. Значит, давайте я это сейчас все сюда буду просто скидывать потихонечку. Вот. И начнем уже потихонечку обустраивать. Ой, блин, столик очень кайфово выглядит на самом деле. Я говорю, жалко, нету нормальных кресел каких-то, понимаете? Для того, чтобы можно было просто вот именно не кресел, а вот этих диванов. Во. Мне кажется, для плойки реально идеально бы просто подходил диван. Куда ты? Нифига его с вертухи прописал охранник, видали? Ты куда, дяденька, собрался-то? А? Ты не к тому заведению зашел, понимаешь? Ты райончиком ошибся, судя по всему. Ну что ж, друзья, я готов представить вам свой компьютерный клуб. Теперь это поистине кофейное чудо, ведь если сравнить с тем, что у нас было до этого, сейчас это вот просто две разные абсолютно вещи. Ну что ж, я наконец-таки закончил строительство второго этажа, значит, здесь, как вы помните, у нас толком ничего не изменилось. У нас, ну, лишь появилось просто несколько новых рабочих мест, соответственно, да, то есть несколько игровых столов, за которым будут теперь сидеть у нас люди, да. Вот, значит, теперь, ребята, самое интересное, мы поднимаемся на второй этаж, и вуаля! Вот такая вот красота открывается теперь перед нашими глазами. Как вы помните, здесь было абсолютно все пусто, но теперь у нас есть тут 5 игровых автоматов, 6 компьютерных столов, стоящие друг напротив друга, то есть можно прям собраться в такой большой компании друзей, прийти и поиграть. Также что стол виртуальной реальности, что для виртуальной реальности, да. Вот, ну, больше тут места особо не хватило, чтобы как бы разгуляться, как бы, да. Вот, поэтому получилось примерно как бы так. Конечно, реально, места не хватает, хотелось бы побольше чего-то такого, знаете, как бы, ну, прям разгуляться, знаете, да. То есть прям вот воображение на полностью включить, как бы, и вот прям построить что-то крутое, но, к сожалению, место ограничено. Дальше мы идем, значит, здесь у нас 4 стола, значит, под игры в PlayStation, да, там есть у нас PlayStation 5, есть Xbox. Вот, то есть все работает, все отлично, все прекрасно, да. И здесь у нас также стоит 3 шлема виртуальной реальности, которые также можно поиграть. Вот, вот тут место у нас еще есть свободное, которое мы реализуем немножечко по другой теме. Я его специально оставил свободным, да и деньги-то заканчиваются, потому что и денег-то у нас 11 тысяч долларов-то всего. Вот, и мне теперь самое... Во-первых, друзья, оцените, пожалуйста, по 10-бальной шкале в комментариях, как вам нравится, не нравится обстановочка. К сожалению, вот это очень странно выглядит на самом деле. Вот, к сожалению, просто в магазине не было нормальных кресел, то есть там только игровые вот такие вот, да, то есть сиденья, а вот чего-то обычного кресла, какого-то такого диванчика нету. Вот, хотя идеально бы сюда на самом деле бы вписалось. Вот, короче, как-то так все теперь это выглядит. Обязательно пишите, ребят, в комментариях, как вам нравится, не нравится, что бы добавили, что бы изменили, чем бы разбавили и все такое. Ну, а теперь самое главное, значит, мы сейчас с вами идем спать, и уже с начала следующего дня мы с вами начинаем, так сказать, открываемся, открытие у нас официально, да, и уже посмотрим, сколько мы сможем денег заработать за один день, имея столько техники внутри. Это будет реально очень интересно. Так что пока что мы закрываем наше заведение, идем спать, деньги, потому что мы работали несколько дней, потому что всю эту мебель я расставлял, наверное, около минут 40 или часа, типа того. Вот, поэтому сейчас мы с вами поспим, так сказать, и уже после этого мы с вами пойдем, так сказать, строить дальше нашу империю. Все, друзья, не теряя минуты, мы сразу же бежим к нашему компьютерному клубу, к нашему кофейному чуду. Тут уже панда стоит, уже гостей зазывает. Красава, молодец. Ну что ж, запоминаем, прямо сейчас у нас на балансе 12 500 долларов. Время сейчас 9 утра. Я думаю, что мы закончим работать где-то ближе к 5 утра, скорее всего, да, когда уже уходят абсолютно все клиенты. Давайте проверим, сотрудники у нас все работают, все молодцы, все красавчики, отлично, замечательно. Клиенты уже начинают приходить, мне это уже начинает нравиться, это безумно хорошо. Ай, блин, я что, в казино сколько там поднял? Погоди, не, нифига себе, я в казино поднял, да нифига себе, вы что, с ума сошли? Откуда такие деньги-то вообще? Стой, 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 не-не-не-не-не, закроем это, погоди, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да я хотел посчитать чистую выручку-то с бизнеса, а не с казино-то, ё-моё. Ай, короче, ладно, дождемся, как у нас закончатся все эти бесплатные вилспины, тогда там один остался, остановим все вот это, как бы, автоматом, чтобы там не шло. Ну, нифига себе, я тут поднял, конечно, ребята-то, а, вот это, конечно, приятно. Вот это вот день начинается уже хорошо. Так, все, отлично, мы это все выключили, все замечательно. Все, запоминаем по новой, у нас 40, ну, ладно, 39 500 долларов, да? Время 10 утра, и давайте, значит, смотреть, сколько денег мы сейчас... Ема, тут подтверждать... Да блин, да ну какое электричество отрубилось-то? Ну же вы прикалываетесь, что ли, или что, я не понимаю. Ну так, вот, вот первый рабочий день, когда заведение обновилось, понимаете? Вот заново все построилось, да ну ё-моё, а? Клиенты только пришли, вот такой вот сразу...
Ну, блин, ну проблема на проблеме-то. Ладно, ребята, не расстраиваемся. Самое главное, не расстраиваться. Сейчас клиенты снова придут, я вас уверяю, 100%, потому что лучше этого заведения нету никакого в этом городе, понимаете? Так, где там робот-пылесос, я не понял. Убираться кто-то будет, а? Так, спасибо за денежку, спасибо большое. Спасибо. Все, ребята, заходим. Давайте, молодцы. Давай. Так, мне нравится, что за игровые автоматы садятся. На самом деле, мне интересно, сколько будет приносить нам шлемы виртуальной реальности, потому что я их раньше-то не ставил. Первый опыт, так сказать, будет интересно посмотреть. А, так, погоди, мы можем посмотреть. У нас тут, ой, сколько всего и всякой информации это теперь-то, а? Так, это ПК. Вот эта консоль, мы можем цену менять. Но нам оценка не нужна, потому что у нас, в принципе, и так, ну, в нормальную копеечку так все это будет обходиться, как бы, да, вот это вот зарплата, точнее, да? Вот, уже косарь заработали. Косарь заработали, хорошо. Это реально замечательно, хотя народ только приходит. Так, у нас девушка-официантка, насколько я помню, она работает у нас. Да, смотрите, понесла, смотри, несет блюдо там, а, человек это заказавшему. Блин, вообще хорошо, а? Мне прям нравится, как работает наше заведение сейчас, потому что вспомните, как всего мы начинали. У нас была маленькая комнатка, там, не знаю, метров 15, наверное, квадратных, а сейчас 2 этажа. Империя растет, развивается, понимаете, процветает. Так, давай, да я не могу от компьютера-то отойти, все время подтверждать, да ё-моё, да что, увидите, минуты меня здесь не будет, не могу оторваться-то, вот-вот. Все, побежали, пока есть небольшая секундочка. Надо срочно купить как можно больше дезодорантов, мне кажется, этих. Не проветривали ничего, понимаете, там это, пот. Так, ух, нифига, я первый раз такой компьютер вижу, дорогой. Так, мне нужен спрей, 1, 2, 3. Так, сейчас мы это все быстренько в чемоданчик, точнее, в рюкзачок себе скидываем, вот так вот, отлично, замечательно, прекрасно. Так, это что? А, кстати, пустой диск, для чего он нужен вообще? Не знаю. О, так и шлемы вверх, нифига себе, ассортимент обновился, как у него, ты посмотри, а. Так, ну все, мне больше ничего не надо, быстренько бежим, просто бежим, сломя голову, потому что, ребята... Новое задание у бомжика какое-то появилось. Отлично, мне это нравится. Мы уже, наверное, в следующей серии попробуем это делать. Да ё-моё, да нет, погодите, не уходите, погодите секундочку, подождите, пожалуйста. Ема там у нас охранник, видали, что он вертушку прописал девушке, которая хотела заплатить, но из-за того, что я опоздал, и она не дождалась меня, он все равно ей прописал. Нормально. Так, спасибо. 8, да я не могу отойти от компа, реально не могу просто. Мне нужно еще нанять человека, который просто будет клацать на кнопочку, принять и авторизовать человека, и все. Я просто не успеваю, реально, я только отхожу от компьютера и все. Так, сейчас быстренько все вот тут вот так вот проветриваем, ребята, понимаю. Сейчас мы все исправим, секундочку. Так, поднимаем. Так, блин, как подняться на второй этаж? Спасибо. Поднимаемся на второй этаж. Здесь делаем абсолютно то же самое, потому что... А, или... А, ну нормально тогда, что? Раз уж тут все хорошо, раз уж тут все в порядке... Да, блин, ну пропусти, пожалуйста, у меня там клиенты ждут меня, да как-то не поймать. Да как бы, бед, сколько их много-то, я вообще, я, конечно, рад этому, я безумно этому рад, ребята, ну, ему сколько мы денег заработали. 1/3 только дня прошло, мы с вами уже 5 000 долларов заработали, понимаем. Да, также нам еще с вами обязательно нужно поднять репутацию, да, то есть звездочки вот этого нашего бизнеса. Пахнет грязно, мерзкое место, не трать сюда свои деньги. Ну, в целом, кстати, все люди отзываются хорошо. То есть, как вы помните, раньше у нас было очень много негативных комментариев. Сейчас же я вижу по большей части положительные какие-то комментарии, нежели чем отрицательные. Это хорошо. Вот, не понимаю больше, чем игры для меня это хорошо. Я люблю плохо комментировать, понятно. Так, ну, я помню, что в предыдущей части мы могли с вами прям заказать вот эти вот комментарии, да? Интересно, можно ли сделать тут так же или, мне кажется, нет. Так, спасибо за вашу копеечку. Спасибо. Да я только успеваю, что деньги собирать. А вы с ума сошли, что ли? Я не понимаю. Так, вот жалко, мусорки нету. Было бы здорово, если я только так успеваю спреем. Тут все брызгает, тут запах, смотри. Смотрите, как быстро-то у нас расходуется-то, а? Я не успеваю реально тут за всем этим следить. Да, мне их рук-то не хватает, понимаете? Спасибо. Да кошмар вообще, какой тяжелый рабочий день-то, а? Я, конечно, понимаю, что мы много зарабатываем, как бы, да, на всем этом. Как бы нам грех жаловаться, как бы, да, на всем этом. Потому что мы с вами поднимаем слишком много денег. Так, это что за звуки там такие, я не понял? Это что там за звуки были? Или мне послышалось? Что случилось? Ладно, надеюсь, что все нормально. Так, а мне, кстати, знаете, что-нибудь... Да, блин, да дайте оторваться от компьютера, пожалуйста-то, а? Я хочу посмотреть на то, как... О, нифига себе, там вертуху кому-то прописали. Охранник работает на ура у нас, реально. Благо, что у нас есть девушка, которая относит заказы. Я хочу просто посмотреть, как люди играют вообще в виртуальный шлем. О-о-о! То есть это вот так вот работает, а? Блин, прикольно. Слушай, на самом деле классно. Так, а вот здесь, как она играть будет, давайте посмотрим. Мне просто реально очень интересно. Так, она села. Ай, блин, подтвердить-то надо, бегу.
бегу. Сейчас все будет, Пропустите, пожалуйста. Ема, сколько тут заказов. Подтверждаем. Да пипец, уже 10 тысяч долларов заработали. Кошмар просто. Деньги так и сыпятся рекой. Я просто в шоке, ребята. И это без казино. И это реально без казино. Хотя мы сегодня на казино подняли больше 40 тысяч долларов. И это тоже хорошо. Это тоже, конечно же, радует. Ой, кошмар, друзья. Ну все, у нас хотя бы есть деньги. Теперь я точно могу закончить, как бы, да, с ремонтом в нашем интернет-заведении, так сказать. То есть уже заниматься более декоративными какими-то вещами, там картины развесить, тоси-боси, все такое, да. И на следующую серию заготовлено кое-что интересное. И это вы увидите уже в следующей серии. Ну вот, так что обязательно, ребята, дождитесь. Блин, да я реально не успел. Мне просто реально интересно, сколько денег мы по итогу заработаем с этого заведения, понимаете, за целый день. Вот просто реально очень интересно. Ну что ж, друзья, время у нас практически 5 утра. И, пожалуйста, обратите свое внимание на наш баланс. У нас с вами 66,5 тысячи долларов. То есть, если посчитать, то мы с вами за сегодняшний день, да, опять это электричество, да что ж такое-то, да? Ну, всех клиентов распугивают у меня вот это вот долбанное электричество, ну реально, ну вот бесит, понимаете, а? Ну, на репутацию ведь это все влияет, надо как-то разобраться с этим, реально бесит. Так вот, за один день, сегодняшний рабочий, мы с вами заработали чуть больше 25 тысяч долларов. Я в шоке, я реально в большом шоке. То есть, по сути, мы так, ну, можем дней 10 поработать, и все, понимаете, мы миллионерами, понимаете, да мы за один день миллионерами становимся, это просто жесть. А если еще и казино ко всему этому подключить, это же вообще кошмар какой-то, реально, а? Только, конечно, вот после вот этого такого рабочего дня грязно здесь, конечно, ребята, ну что поделать. Так, у нас кто-то еще в заведении остался или все уже ушли? Блин, ну, ребят, я в шоке, реально в шоке, понимаете, столько денег рубить, столько бабла, мы такую империю с вами создали-то, а? Ну вы просто посмотрите, блин, ну я прям реально доволен. Все, всего хорошего, до свидания, приходите еще раз, а? И помимо всего этого, оценка нашего заведения растет. Вот, у нас было меньше двоечки, когда мы начинали сегодня, а сейчас уже 2,2. То есть со временем, то есть видите, что по большей части многие отзываются хорошо. Да, многие отзываются хорошо, прям очень хорошо. Особенно вот этот первый комментарий, да? Не странно, почему он 3 звезды поставил. Вот, и, собственно, место реально хорошее. Я думаю, что просто надо, ну, немножечко, все же освещение добавить, декорчика какого-нибудь и все такое. Но в целом, я считаю, что мы с вами справляемся на ура. Поэтому, друзья, я думаю, что на этом моменте можно заканчивать наше сегодняшнее видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Вы, как всегда, поставили свой лайк и обязательно подписались на канал, конечно же, мой. Вот, все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом. Огромное спасибо за просмотр, друзья. Всем до скорой встречи и всем пока-пока!